Воспользоваться рейсами по 17 направлениям смогут камчатцы в новогодние праздники. 31 декабря жители полуострова могут улететь в Анадырь, Владивосток, Иркутск, Магадан, Новосибирск, Хабаровск и Южно-Сахалинск. В первый день Нового года аэропорт обслужит рейсы приморского, новосибирского и московского направлений. Пиковым днем по количеству самолетовылетов станет 5 января. Авиакомпании запланировали рейсы по 11 направлениям. С 31 декабря по 9 января прямыми регулярными рейсами можно будет улететь в Анадырь, Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Магадан, Москву, Новосибирск, Хабаровск и Южно-Сахалинск. Можно будет также воспользоваться перелетами по 8 направлениям внутри полуострова.